Эдвард. Слушай, нет, я не проходил, к сожалению. Я далеко играл, но далеко пошло, но так и не пошло. Причем вторая часть мне гораздо больше нравится, чем первая. Поинтереснее. Слышно, надо, да? Сейчас сделаю. Сейчас, наверное, слышно? Я говорю привет не спящим. Да, мне вторая часть больше нравится, чем первое. Но я так и не прошел до конца. Вот решил сейчас поиграть еще. Кстати, я когда первый раз поиграл, ну неделю точно тащился, я сразу стал скачивать обои различные, короче, поэтому персу у меня очень много их. Мне реально он сам как персонаж очень нравится. Такой прикольный дядя. Классно придумали. А война он какой-то, как этот, Артас какой-то из Лички, да? Из Варкрафта. Я сразу когда умею, я сразу подумал. Это голимый Артас. Кстати, там сундучок. Слэшер? Да. Найдешь косу? Ага. А, да. Тут, короче, можно типа жертвовать, да? Зеленые шмотки и там от нее забирать. Ага. Да-да-да, я помню.
У меня, по-моему, такой еще нету, если не ошибаюсь. Да, я помню, помню. Но у меня, по-моему, такой нет пока косы, к сожалению. Я на компе эта игра была, я помню, так лагала в жопу вообще. Так. Страх, плюх. Ага. Ну, я помню, я играл тогда. Нет, на компе сначала. У меня была такая веса. Тут можно типа шмотки жертвовать, типа. И от них все. Ну, у меня парни все круто ругаются, что я бывает на PlayStation тут стримлю. Типа олдскульные игрушки. Поэтому я тут ночами сижу. Так. Теперь что мне делать, не помню. А, все, я делаю грузовичок, открываю водичку. Угу. Понятно, она мешает там так и. Сейчас мы взорвем. Музыка здесь нравится такая. Графика такая, ну, не мега, конечно, но больше и не надо, наверное. Что-нибудь найти. Так, куда мне? Так, типа назад. Ну да, если была бы какая-то навороченная, не было бы какой-то там, не знаю, сказочности, что ли. Давай, пока. Пока, спокойной ночи. Пока-пока. Да, я сейчас тоже там скоро закончу. Сейчас здесь слезы открою и все.
Ух ты, книжку нашел. Thank you.
Тут все спят, поэтому я шепчусь. Сейчас убьем.
Слезы, но типа тоже особо обидно. А что, взял что-то? Взял.
Первый левел нужен, у меня еще пятый. Пиздец. Так. Защита 140, класс потеряем, плюс 9. Оставим. Так, там еще что-то. Угу. 4. 16 к силе, минус 16. Санина все. О! Это хорошо. Укажи мне путь. Какой там ящик, что ли? Самая коса. Так, подниматься полгода. Что-то заблудился. Я туда показывают идти. Ладно.
странный чувачок. Зацепочка где-то тут должна быть зацепка. Разглядел сразу. Сумочку взять. Не зря полз. Перчаточки отличные. Самое. Хотя нет, сопротивляюсь 9. Мне придется идти одному.
Все, на базе. Все, задались, погонись. Все, вот он ключ какой-то там. Значит, все закончилось, наконец-то. Смерть — это ключ Творца, и тебе лучше взять его прямо сейчас, пока я не опомнился. Мне кажется, ты скорее их потеряешь, древний. Да, проблема. Но ее можно решить. Страж, он должен был стать нашим главным оружием, способным расчистить лес вокруг древа. Но землетрясение отбросило нас от плавильни, и, боюсь, теперь там живет кто-то другой. Страж так и не был завершен. Если вы создали стража, то как я смогу закончить работу над ним? В лесу лежит еще один конструкт. Один из немногих нетронутых порчей. Он не такой огромный, как страж, но у него твердое сердце. Найди его, и он отведет тебя к плавильне. Там ты сможешь активировать стража с помощью ключа. Конструкта можно пробудить с помощью ключа? Да. У конструктов нет души, как у нас с тобой. Если только ею кто-то его не наделит. Этот ключ отпирает камень и подготавливает его к потоку жизненной силы Творца. На самом деле, этот ключ может оживить любого конструкта в нашем мире. А почему ты решил, что у меня есть душа, древний? А разве тебя это сейчас беспокоит? Как я узнаю, что нашел нужного конструкта? Конструкта. Конструкты созданы из камня и наделены жизненной силой Творца. У большинства есть только частица души, столько, чтобы ими можно было управлять. Но некоторые несут в себе отпечаток души Творца, его чувства и воспоминания. Но такого уже и не встретишь. Жизнь слишком тяжела. Даже камень не выдерживает ее. Если хранители могут противостоять порче, почему они не могут очистить ваш мир? К сожалению, хранители призвали, когда печати были уже сломлены. Расплачиваться за услуги придется после войны. Этот хранитель — последнее, что осталось. Потом были сломаны печати. Ближница. Так, куда-нибудь это у нас.
Вот эти дяди очень классные. Заводь. Не место для лошади. А, L2, укажи мне путь. Так, что-то купить можно у вас? Угу, спасибо. Поговорили. Благодаря тебе в кузнице снова полыхает огонь, всадник. Но это не повод слоняться без дела. Разве ты не должен пробудить конструкта? Ты уверена, что этот ключ особенный? На Валуса он не произвел особого впечатления. Увы, он оплакивает потерю своего друга. У Валуса был друг? Да. Его молот — каменная кувалда. Он сокрушил им множество врагов. Но Валус потерял его в подземелье к западу отсюда, и это его сильно печалит. Если найдешь каменную кувалду и вернешь моему брату, он будет тебе очень благодарен. И, возможно, изготовит для тебя подходящее оружие. Почему для пробуждения конструктов нужен ключ? Душа не может пробиться сквозь камень, если не проделать в нем отверстие. Для этого и нужен ключ. Он достаточно остр, чтобы проложить путь для жизни. Не указывай им, куда попало. Что Вало сделал в подземелье? Мы надеялись починить разбитую кузницу, которая находится внутри. Но она была захвачена порчей, и теперь там хозяйничают морские волны и дикие твари. Твари. Нам чудом удалось спастись, и все это из-за Карна. Карн? Вы позволили этому сопляку указывать дорогу? Увы, тогда мы не думали, что это может плохо кончиться. Но Карн готов на все, чтобы показать себя. Боюсь, что однажды он зайдет слишком далеко. Да, осмотрись получше. У нас есть новые товары. Да, вижу. Скорее всего. Капюшон кудесника. Что это? Это с одним элементом. Опресники опустошителя. Ну, нормально. Плюс 9 к криту, в принципе, тогда. Вот это хорошо, или их нет. О, нет. Ну, что возьмем? Вот это тогда. Ну, здесь. Спасибо, всадник. Ну, здоровье, блядь. Если продадим, то ссадим все. Неплохо подойдет к остальному. Неплохо подойдет к остальному. Умеет это использовать. Не... Ты найдешь молот, если пересечешь фьорд. Да хранит тебя отец. Тебя отец камня, всадник.
Сейвиться-то где-то можно или что? А, ну вот. Ну что ж, на этом закончим. Время у нас уже 4:30 утра, это жопа. Всем спокойной ночи. Всем пока.